очередная посылка из Китая на подарок одной маленькой девочке, которую зовут Кирочка. И здесь у нас как настоящее кольцо в пакете. Также здесь идет вот такая огранка, камушка, сделана качественно, никаких следов нет о том, что это непонятно что. Не, ну понятно, что тут никаких оксидов бериллия и быть не может, что оно окислится. Это ясно, но для маленькой девочки это будет очень хороший подарок. Ссылка на данное кольцо будет в описании. Похоже, металл похожий на золото. Нету красноты, нету желтизны. Именно такой, какой он и должен быть. 585-я проба. В общем, как-то так. Китайцы молодцы. Камушек спрятан. Ничего не болтается. Все надежно сделано, красиво и качественно. Здесь даже присутствуют элементы пробы какие-то. Якобы там 18 карат, наверное, скорее всего. Не знаю точно, что там. Нужно... Зрение уже не то для того, чтобы посмотреть. В общем, всем, кого заинтересовало, ссылка будет в описании.